Мой отец Лавров Григорий Дмитриевич родился 27 февраля 1910 года в многодетной крестьянской семье в деревне Боровая, которая находится в 8 километрах от города Смоленска. Участник трех войн – польской, финской, отечественной. Воевал в 120-й отдельной Оршанской краснознаменной ордена Кутузова бригаде. Награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией. Занесен в книгу «Солдаты Победы», которую издал наш фонд мира. За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина объявлено 6 благодарностей. После войны отец 40 лет работал водителем. Я помню его, я горжусь им.